Ну что ж, кино, мультфильмы, разные ужастики. И самое главное в кино – это большой экран и, конечно же, хороший звук. Сегодня мы с вами все это увидим в кинотеатре Just Cinema. Из новинок и самых, так скажем, сейчас популярных фильмов у нас это мультик «Гадкий я». Ну, очень интересный мультик, я все части смотрел, вот четвертую пойду смотреть. И новый фильм «Плохие парни». Там очень хороший актер. В принципе, я обязательно этот фильм посмотрю. Всем рекомендую этот кинотеатр. И, конечно же, самая лучшая акция здесь – это когда покупаешь комбо большое за 510 рублей вроде как, вы вдобавок получаете два бесплатных билета в кино. Это очень, так скажем, выгодно. Из-за этого рекомендую вам эту акцию. Слово «чилить» – это для синема в джаз-моле. По-русски «расслабиться в кино» и в джаз-моле. Так вот, расслабляемся по полной. Есть где оттянуться по «не балуйся». Сейчас мы находимся на фудкорте. Здесь, в принципе, цены очень нормальные. Разные виды попкорнов, начос, напитки. Ну и, конечно же, вообще, где мы смотрим кино, целых 6 залов. Вы можете прийти почти в любое время и посмотреть ваш любимый фильм. Вообще, в принципе, кроме кинотеатра, в джаз-молле, это так называется торговый центр, есть множество разных там магазинов, одежды и так далее. И из самого классного для детей тут есть батута-арена. Вы можете, например, пойти смотреть кино и оставить своих детей прыгать на батутах. Они останутся с очень положительными эмоциями, потому что эта батутная арена очень крутая. Я не часто, но все равно я ходил туда много раз со своими друзьями, и мне это все очень понравилось. К слову, расслабление не втекает в деньги. Отличное мороженое по цене ларьков в городе. Я вот приобрел мороженку в 33 пингвиненка. Она вообще прям от винта. Я не могу прям. Очень вкусная. Вообще там еще можно приобрести пиццу, разные суши. И там вообще есть перекресток целый. Магазин с разными продуктами. Вот советую именно вам мороженки. Вот эти 33 пингвиненка. Очень вкусные. За свою цену прям просто класс.